Ну, то есть у Хауренса в основном все-таки по environment, ну, он сам environment artist, да, и у него уроки у него в основном по environment, Да, на его именно по сайте. environment, по текстурингу, по шейдингу. Ну, он, в принципе, знает и скриптинг, но я не помню, по-моему, у него нет тутериалов по скриптингу. Но знаю, что он преподает, они делают какую-то, ну, там, в каком-то институте там или где-то, игры на iPhone, ну, как умный проект. Так что... Ага, а он же делал этот самый, по-моему, с 3D или с 3D Motive 9.